Интенсивные регулярные тренировки, танцы плюс акробатика 4 раза в неделю. Выдержать такое могут только самые выносливые, сильные и гибкие. Наверное, поэтому в спортивно-хореографическом ансамбле «Грация» почти нет мальчиков. Это группа для 11-12 лет. На 30 девочек один Игорь Савин. Украшение коллектива, надежда и опора. Свой ответственный статус Игорь подтвердил в конце прошлого месяца. Вместе с партнершей Дашей Калягиной они стали чемпионами мира по танцевальному шоу. Состязания проходили в немецком городе Риза. Участвовали 16 стран. От России 2 дуэта – Ивановский и Белгородский. Танцевальное шоу – это театрализованное направление современного танца, в котором элементы джаза, модерна, классической хореографии. У каждого номера должна быть идея. Даша и Игорь показывали на сцене постановку «Ангел-хранитель». Они сыграли по-настоящему, так что им поверили. Ангел, девочка, охраняющий ее от всех бед, которые у нас, в принципе, наверное, есть у всех. Не наверное, а есть. Поэтому они смогли это передать, пережить. И судьи говорили, что это космический дуэт какой-то. Победный танец Савина и Калягиной взорвал аплодисментами искушенную публику Германии. От ближайших соперников их отделяло более 50 очков. Подходил один жюри, когда мы с Игорем пошли. И я не помню, с какой стороны. Он нам пожал руку и сказал вот так. Участие в чемпионате мира – это результат плодотворной работы в течение всего года. Ивановцы заслужили свое место в сборной страны, выиграв несколько крупных соревнований в России. Мировые состязания для танцоров – это как Олимпийские игры для спортсменов. Постановка номера, оттачивание каждого движения, месяцы тренировок на износ. Кроме стандартной, но оттого не менее усиленной физподготовки, работа над актерским мастерством, подачей, элементами шоу. С раннего детства мне нравилось танцевать. И родители это увидели и привели меня сюда, в этот замечательный коллектив. Мое самое любимое направление – это танцевальное шоу. Почему? Там очень интересно, нужно делать акробатику, танец, хореографию. Воспитанники ансамбля «Грация» неоднократно становились чемпионами Европы, 5 раз брали мировые награды. Авторитет в рядах профессионалов танцоры и тренеры уже заслужили. Теперь в планах слава. Игорь Савин и Дарья Калягина уже отправили видео своего выступления на телеканал ТНТ и ждут ответа от жюри телевизионного танцевального проекта. Если номер наставникам понравится, у ребят будет шанс выступить вместе с участниками проекта «Танцы». Болеем за ивановские таланты. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.